Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Toyota Auris. Замена заднего крыла и небольшой ремонт дверей и переда. Машину мне привезли уже разобранной. Итак, заднее крыло я заменю, а вот внутренние куски помятые мне надо отровнять. Ну что, начинаю. Снимаю колесо и первым делом буду все вытягивать. Ну, все это заднее крыло. Лонжерон здесь на месте. Все, что смог, вытянул. Теперь удаляю заднее крыло. Поврежденный удаленный металл выравниваю на столе. С этими кусками я закончил. Теперь равняю железо на машине.
это донорская часть. Разбираю ее на куски и затем начинаю сварочные работы. Сначала привариваю все внутренние детали. Теперь идет подготовка к сварочным работам. Вариваю вкладки и затем примеряю заднее крыло. Если надо, подрезаю, корректирую и затем прикручиваю его на саморезы. Затем проверяю крыло по высоте, чтобы стояло одинаково с другим крылом. Немного корректирую крышу, распираю домкратом, проверяю зазоры, форточку. Установил фонарь, проверяю зазоры, корректирую их. Теперь зазоры нормальные. Приступаю к сварочным работам. Итак, работа с задним крылом закончена. Теперь приступаю к ремонту мелких вмятин. Сначала делаю перец, выставляю зазоры, подравниваю капот и затем сделаю заднюю дверь. Заднюю дверь буду делать при помощи споттера. После установил бампер, задний фонарь, все замки, и на этом работа с металлом закончена. На эту работу ушло 3 дня. Отдаю машину хозяину. Машину покрасили и собрали.
Вот конечный результат. Ну, у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!